занимались ребята. Такие взрослые там это достаточно. Расскажи сейчас. Давай, Юля, рассказывай. И тоже мы приглашали заниматься меня к себе. Надо турникак тут занимался, этот. А знаете, у меня какое упражнение было? То есть он был с палкой. Как ты будешь бить? Возьми короче. Как ты будешь бить? Пам-пам-пам. Попробуй. Он прям к нему, да. Он то есть был с палкой, вот, ну типа как у вас меч световой. Так. И значит этот закрывал глаза и вот так вот хаотично вот так махал палкой, то есть, и шел вперед. А другой должен был как бы его этот, ну тоже идя на него вперед, то есть увернуться, схватить его, заломать. Они два каких-то бойца? Ну какие-то это, там два парня да, занимались, и учитель у них. И переходить на разные уровни. Потом палки. Как-то это уже не... Проще тебе труднее, ты можешь фук-фук во время вот этого вот удара передвигаться, да. Выберешь, например, среднюю какую-то дистанцию, удобную, в то же время укрепляющую тебя, дающую возможность руки поднять, ну и как бы это не очень напрягающую. Не торопись. Бей, конечно, ударь его. Ты не дай, ты просто... Да. Смотри, можно сделать никак, а можно не торопиться. Ударить, прям показывать. А можно, как бы тоже непонятно, что это, ты просто показал. Да, ты бей, научись, как, конечно. Разные варианты. О! Аккуратно. Бам! А другой поделаешь спокойно и заодно поотдыхаешь.